Там сегодня куда-то пойдете? Да нет. Не, никаких рейдов сегодня нету. Единственное, вот меня вот заманивает, как бы в 19:30 тут твой тезка с ником Прости будет собираться из СХМ. Я бы туда, наверное, Не тезка. Почти я не... одинаково. Да. Варом играет челик. А я его видел, кстати. Неплохие. Вот на прошлой неделе очень мне понравилось. Я там две печеньки забрал. Ну как это две печеньки? Одну мне я забрал, сотку выкинул. Вторую мне, короче, знакомый ходил. Она меня паролила. Не, ну я уже как бы 297 обоими персонажами на 4 Ну, спека. в любом случае, там, я говорю, имею в виду, быстро мы тогда прошли с ним. Мне идти-то так, чисто по фану кнопки нажимать. Не, ну так-то в теории можно, пока первое время освоиться, привыкнуть. Тебе надо, блядь, знаешь, панацею какую? Тебе надо создать третьего перса, блядь. Или ну, у Да тебя я вот есть? думал танка сделать милишника. Во, я как раз рассуждал, что ты вот, ну, хилом, РДД играешь, там, милик, наверное, не интересен, блядь. Ну, милик унылое говно, а вот танк, нахуй, нихуя. Это Я такая, так-то блядь... мне давали еще на циркуле, когда ДКшника бисовал. Я так зашел с первого раза, протанчил, все, заебись. Там целка что-то танчил. И так какие-то мелкие рейды. Ну, суть в том, что несложно было. Нихуя в этом сложного нет. Ну, циркуль-то хуйня, блядь, хули. И я там, нахуй, я Не, никогда ну не... тут в топовых инстах, да, там приходится попотеть. Я Да. видел. Есть всякие нюансы. Так, ща, ладно, я пойду перемешаю. Че, ты кем-то пойдешь в РБК? Да, пало. Ага. Ну что, пока пати дашь? Сейчас зайду. Че, у тебя ретрик же? Этрик. Азулис. Так, Прости, он же этот, ренегат, да? Ты вроде сказал. Хорошо. Да, я не гад. И что мне теперь собирать? Может, наш кто-то пойдет? А тебя... А, вот он. Ты в два окна, что ли? Так, хоть посмотреть макросы. Где-то у меня. А, вот и есть что-то. Таргет равно маусовер. Вот это мне надо на озарение. На БР есть. Все, ну можно в РБК пойти, похуй. А сейчас мишки в Т5 дают озарение без этого, без смены облика. Да, Так, и БР. я пойду с шаманом. Окей. Сейчас. Какой там ник? Выброс клавы. Выброс Тут у меня лавы. хил не настроен еще. Да похуй, малой волной похилишь. Ну если я жопой повернусь. Не, на престе я имею в виду. Чё, с гильдии кого-то надо позвать? Потому что пойдет. Да не обязательно, можно наоборот с рандомами порофлить. Они порофлят, какой я нуб. Дар дикой природы. А хардкор же на X2 еще добавили, да?
Я что-то смотрю так. Да, вот было какое-то. Может, по рофлу покачаться, побегать в пати. В инстах, чтобы интереснее было. Чтобы обрыгаться. Да я не знаю, что прикола в этом хардкоре. Там уже какой-то маунт дают или что? Да, маунта вроде. Насчет звания не уверен. Что, нашел меня? Бой есть. А это кто, Хант? Это с гильдии наш? Нет? Нет, такого нет у нас. Так, секунду. А это ты в этом в чате нашел? Мне надо отключить группу, блять. Скрыть панели группы. О, мне тоже надо отключить. Где это? Погоди, интерфейс? Где это Вуду делается? Хуйня, я забыл. Вуду? А Вуду хуй ну, знает. Ну, типа, у меня стандартные панели включились, и, блядь, группа... А, ну... я их просто, нахуй, в левую часть экрана, за экран, нахуй, засовываю, и похуй. Да нет, погоди, можно же отключить сейчас. А где вот блядь. Это? Как оно, блядь? Имена, текст боя. А, ну и пускай они будут, мы же в группе, блядь, не вредно. А, вот, текст индикаторов. Нет, это не то. Рамки портретов. Нет, не то. А что ты ищешь? Да дефолтные группы Blizzard как отключить? Так вроде там можно. В Вуду именно? А, в Вуду нет. В Вуду я не знаю. Блять, я как-то уже забыл, где что делать, нахуй. Текст индикаторов это не то, это просто циферки с панелек пропадают. Не, Вуду это Вуду, блять. Вуду это полностью в его настройках, а вот это рамки портретов это другая хуйня. А что ты хочешь? Блять, Blizzardскую группу убрать нахуй. Blizzardские группы, ну вот которые под твоим персонажем, да? Да, да, да. Блять, ну так это самое, это не Вуду, это вот тут. Так, рамки где? Портретов. Так, фон отображать. Так. Да нихуя. Нет, что-то оно не убирается. Фон поставь для группы и команды арены, нахуй. Тебя нахуя? Так, текст боя. Не, погоди, по-моему, это в Вуду надо делать. А я что-то не помню, чтобы такое было в Вуду. Вот здесь есть отключение интерфейса группы в рейде. Не, это в рейде. Это в рейде. Мне это кажется, понятно. Мне кажется, нету такой хуйни. Да есть хуйня, есть? Это я, блядь, бегал без них. И прямо именно в Вуду? Именно через Вуду у меня просто пати показывала. Сейчас, секунду. А, вот, скрыть стандартные фреймы, ебать, я туплю, нахуй. Это в общем, где? Общее, разное, и слева там скрыть стандартные фреймы. Mm-hmm. О, ебать. Все. Скрыть стандарт. Ну да, на туре. Оп, игрока скрыл. Оп, цель так, скрыл. Так, погоди, шлюц. А чё у меня аддон не работает? Сейчас, секунду. Перезапустить. Все равно можно регать. Или мы прям пятого ищем? Ну, хил нужен. Я хил. Я что-то прослушал тогда. Ну, да, дашь спектрис, что? А, ты тоже хил, что ли? Нет, там он какой-то с гильдии нашей. Да без разницы, я могу и в ДДМ, если будет хил. Если будет хил. Кирилл, а у тебя, может, есть этот, как он называется... Адамантит слитки. Нет. Угу. Так. Что тут все дети кукурузы? Да,
почти. Так, а что надо вот с ним пиздеть, вот эту хуйню? Второй дьявол. Второй, да? Второй. Угу. О, заебись. Бля, уж 100 лет шаманом не дамажил. Престом-то я зашел, быстро вспомнил. А тут столько гамнища, блядь, нажимать надо. Надо вспоминать. Гоу дальше, этих восставших похуй на них. А я видел, пан, ты вроде на X5 играл там в какой-то гильдии, нет? Да, было и там. По-моему, с твиночкой ты играл. Твиночка, я такой не помню вообще. Ну, блять, как ее нахуй? Королевна, блять. Нет? Ты в другой там был. В какой ты гильдии был, помнишь? Начинал я туда, там с вечного воителя, так называемого, там какая-то полуразвалившаяся гильдия, просто там была Аморфис. Вот, потом, значит, я ушел погулять домой. Ну, в Медартах ты не был. Нет, точно нет. Все, понял. Медарт, это же еще с циркуля. Да. Там, по-моему, Свят играет сейчас. На циркуле? На каком циркуле? На X5. О, блядь, я. Ну, если Свят там, значит и Твиночка тоже. Да Твиночка там изначально, блядь. Она по всем реалам, она на X4 была, потом на X5 ушла, блядь. На X1 они только не ушли. Ты и батурей-то по сервам прыгать, нахуй, хотя сам, блядь. Я на X4 чё играл, что брюлей нету, блядь, это ты и батурей. Ну, блядь. Да. Ну, видишь, как-то, блядь, обосрались. Не разогнался. Не разогнался реалом особо. Да они могли бы придумать какую-нибудь хуйню, нахуй. Какую-нибудь, блядь, замануху. Чтобы они ебаться не стали. Хули брюлики-то проще продавать. Нужно вечное развитие. А люди одеваются и все, и у них это пропадает. Да. Такое желание. Да там еще контент унылый вот этот пошел. Ну там на чем все закончилось? На БС-ке вроде. Да, БС-ка. Только я не помню, хэм или обычка. Ёбаный рот. Да блять. Кто там? Панта, ну. Я там сначала просто. Хочешь сказать, хилом сорвал? Это он на лем. Чё-то я хуй помню, чё у меня с кнопкой, блядь, погоди. Криво макаешь, что ли? А, да, тут, блядь, нету кнопки, нахуй. Каст, земной шок. Блядь, всё, сука, обосрал, нахуй. Все попереставлял, да? Да не то, что попереставлял, он макросы все попеременял, блядь. Хотя у меня ячеек свободных дохуя было. Возьми, сделай под себя, блядь. Ш, люди не научены профили делать отдельно. Даже спасибо, что он тебя в клавиатуре кнопки не поменял. Место такое.
Я в любом случае, мне пришлось бартендер полностью вообще все спеллы с панели выкидывать и заново все настраивать. Крути. Там простой способ. Ну да. А вы чё, в БТ ходите? Да, три босса, пока прогресс такой. Ну, это дефолт. Чё, я заметил, шаманов порезали так прикольно. Статический гнев им, теперь только по пяти целям бьет. Ну, это Т6. Раньше шаманы на Акаме овнили, теперь, блядь, овнят маги. Ебать. Что-то я, блядь, танчу нахуй. Издалека. Ой, чтобы ты понимал, овнят, это имеется в виду 300 тысяч ДПС на трэшке. Ну, там на выходе не 300 у них, я смотрю, там у магов по 120, блядь. Где-то 110, а элемы там 90-100. Когда элемы на выходе давали 140-150. Типа, блядь, на 50к ДПС просел, нихуёво так. Плюс при этом ко всему, блядь, там разрабы на форуме усираются, типа, мол, это неправильная тактика, то, что мы мобов сводим. И убиваем в пачке. Идите за мной. Я знаю дорогу. Хотя там, если разводить защитников вот с этим бафом, который там минус урон дают или что они там бафуют. Да, минус входящий урон они дают ауру. То типа вот там вообще вы не успеваете, там следующий трэш уже выходит, новые защитники. Я не знаю, какую они там тактику видят. Это... Кринж, блядь. Да не уёбки, нахуй, как всегда, хуйню придумали, блядь. Ну, дизурон, он все, у него удален профиль на форуме. Там теперь, блядь, новый разработчик. Хоть какая-то хорошая новость. Дизурон все, блядь. Какой-то сахрап, нахуй. Таджик какой-то, блядь. Ебать. Абу бандит. На аутсорс отдали, блядь. Циркуль. Сирвус, ебаный. Ну. Сука. Абу бандит, блядь. Заставит всех просто хиджаб носить. На работе смотрел этот. Маркус Ру подрубил, там какой-то, у него, блядь, пиздец. Названия кринжовые вот эти, и заставки. Ну такие негры, блядь, Snoop Dogg, блядь. Какой-то фильм там был. Он говорит, Гарри Поттер с неграми из БЛМ, что-то. Там Snoop Dogg этот, блядь, в шапке, нахуй, в этой чародейской, блядь. Ёбаный в рот, блядь, так ржачно. Сука. Конечно, да. Сейчас же еще вар вроде был, да, пан? Вар, пал, рога, ДК, лок. Фига ты заряженный. Одни милики, один негр. С такими персонажами тупо времени не хватит играть нормальному человеку. С работой, личной жизнью хоть какой-то. Ну, Т6 у меня пока только на ДК и на пале. Ебать. Ну так-то тоже нихуёво. Зато у всех ВК. И я, который, блядь, по крайней мере, не знает, что такое Т6 вообще, блядь. Ты сейчас Т6 выбить изи, блядь. Раньше было пиздец, да? Угу. Хули когда освоение, все это ФК делали когда? Да, блять, сколько хиджал, год фармили, нахуй. Ничего не было, никакого контента. Не знаю, сейчас единственное, что спасало всегда вот, на циркуле, когда играли, это новый перс. Делаешь нового перса, деваешь, и все, блять.
Ну, тут это так не работает. Ну, тут, да, посложнее, но все равно, как бы, с горем пополам, блядь. Кратчайший путь к Малганису находится за тем книжным шкафом. За тем книжным шкафом. Открывай, ебаный. Паук, нахуй. У меня моделька прикольная. А, блядь, я не... Тут же облик поменял. У меня какая-то модель... А, не, мне показалось, у меня не усы, а как у Джокера разрез, нахуй. Слава свету, что потайной ход еще... Поговная текстура. Запустить. Ой, он идет пиздить, слушай. Все, не пиздит. Ёбаный насрал, блядь. Ай, не надо! А что происходит? Дышали. Ой, сейчас мне опять везде дадут. Пойдет, пойдет. Пойдет, мы живые, нахуй. Это жестко. Нам хант спулил. Да нормально. Вот на пулю. Надо идти. Выучу рецепт. Артус танкует, но. Блядь, где там этот хил? Хилит вроде, только, блядь. А, ну это зомбики просто, вот, подвигал. Отъебитесь вы, блядь, черты. Ну, тут, блядь. Ай, нет, суки. Я кучу поднастроен. Ну, хил, блядь. Это обрыгались, да. Скотина. Ну вообще. Вставать надо. Ну вообще, я могу сейчас встать, погоди, только мне надо масрез на панели. Блять, не вынесу, мне панель загорает. А там бой не будет? А я не знаю, вот они дуют. Ну сейчас попробуем. Опа, нету боя. Ну друид встал уже. Ну тебя сейчас попробую резать. Там Артаса не ёбнут? А, он регенец. Так. А чё это хант? Только не пуль. Я и нырок залил. Бля, я поломався. А у меня есть чинилка, да? Такая есть. Ты видишь эту чинилку? А-а. Блять, может. Ну, это, короче, подарочная эта хуйня. Че, ее типа мне не видно? Нет, у меня еще аукцион есть тут, блять. Еще какая-то хуйня. Ты там посмотри, у тебя какая дата создания аккаунта. В личном кабинете. В этот день у тебя будет. День рождения отмечаться. Ага. Че, челики бегут? Челики бегут. Бегит. Бегит. Джигит. Ебать! Это контент нахуй. Давай порофлим с того, как мы вайпнулись, ну. Очень смешно. Надо было еще. Вайпнулись как раки, блять. Кто это виноват? Хант, нахуй. И я.
Запуливаю. Ну и ты агроху набрал. Хули, размах спамить не учили, блядь. Так я спамил, блядь. Плохо спамил, сильнее надо было на кнопку. У меня размах на первом месте, размах... А ты двумя лапами надо было сразу. А двумя? У меня там в макросе трёпка, нахуй, вся хуйня. Нет, я думаю, все из-за того, что у тебя фласка выпита на СПД. Ебать. На стой севера, ну пиздец. Ща, подожди, перепью, ебаный. Че ты, блядь, СПД вешается? О, 60 силы, это сейчас нормально будет. Сейчас, да. Ебать, прикол, блин. Ну шо там друид? Первая катва. Ну, артист-то всех разъебал. Вообще кат... Жёсткий, жёсткий. Ему, походу, одному надо инст этот проходить. Да, чё нет. Этот главный герой, который никогда не может умереть. Так, ну я надеюсь, нам тот конь не нужен дальний. Не, нах. Где этот полудурок? Наконец нам хоть как-то повезло. Огонь еще не добрался до торгового ряда. Мой любимый инст это Марадон. Бля, я уж даже забыл, как он выглядит, нахуй. Там охуенно. Хуйня киркообразная, в которой заблудиться можно. Я ну, прям... Возможно, не заблудиться, так сказать. Я прям наизусть знаю. А хули ты винковал на 49 уровне? Ходил туда за шмотом. Винкам выбивали всякий шмот. Он. Так, давай мне черный бриллиант. Где эта хуйня? О. Сейчас, блядь. Сука, не выпал черный бриллиант. А так, мне... А что у меня? Осколок не подбирается. Что не подбирается? Что у меня осколок не подбирается? А, во. Пролагал их, что ли? Три НРБК ходят же в основном за вот этой хуйней, которая... Улучшает полированный камень. Да. В основном, да. Так, давай. Так, и я тут нахуй... Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, блядь, по карте, по прямой, к порталу, нахуй. Я приеду, хуй знает куда. Так, карта, это где три вот этих кругляшка, а просто в прямую туда едем. Да. И там по кругу собирай. Так. Опа. Так, портал. Всё, туда дальше не надо. Ой. Ну ладно, я от него побегаю. Чё, дохуя не надо? Хорош? Да, все нормально, наверное. Десяток раз еще сходить и буду уже как профессионал, на. Чисто я говорю по рофлу, взять пугов, в диз загнать и рассказывать им тактику, ну, контент сделать. На РБК? На РБК, ну. Ну, РБК так. РБК хуйня. Не найдешь таких дураков. Они мне сами расскажут, да? Да. На льду там на какую-нибудь десятку. Да надо Каноба сюда, нахуй, с тех старых времен. Он... Так, первый без меня, ща, у меня там кипит, пиздец.
Так, портал один. Что это? О. Не откажусь. А что это за хуйня выполнил? Боешный меч на трансмог. Где он, блядь? А, ну... Да если б тут Каноп играл, это пиздец бы был. Это была мировая гильдия, нахуй. Хуй, я б сразу к нему пошел, не думая. Сука. Надо, блядь, записи его поискать. Да, ВКонтакте там всего 5 записей, блядь, или 6. Больше я что-то не знаю, где искать. Да надо у людей искать. Вот у Нарексиса, вот это... возможно, есть. Ну, наверное, у Бибопа, блядь. Но Бибоп-то не знаю, как там сейчас проживает. ВКонтакте где-то в друзьях был. И... Они же там все вроде как разошлись. Dark Stars? Ну. Ну, примерно. Я помню, они там на X1 уходили вроде. Или на X5, куда они там уходили. Ну да, потом X1 создали. После закрытия это Вирджина. Фреш, блядь. Решили подоить. Ну ты видел там на циркуле, блядь, и ты пахалку из, блядь. Да и батурея, нахуй, это все, блядь. Вот а лучше. Ты бегал? Знаешь, что? Не-не. Ну, ага. Когда только появлялось, ну, знаю, а так. А что там вообще было-то? Вкратце, там, блядь, ну. Ебанутые условия убийства боссов делают. Типа ХП дохуя миллион рисуют. И, короче, этот... Где он, блядь? Типа с босса падает коробка, нахуй. И из нее там питомец, нахуй. Какая-то хуйня рандомная падает. В твое время нам там высрали, блядь. Ебатурия вообще, блядь. Ну нахуя это надо? Нет, чё, блядь. В игру зашел, чтобы питомцев лутать. Вот Сирус... Лучше Сируса ничего нету. Тут шмот, блядь. Новые способности, блядь, боссы, нахуй, БКшные, которые интересны. Ну, как бы понятно, интересные, что... Интересные отчасти. Не, ну согласись, вот, когда ты фармишь целка на циркуле, целка, РС, и все, нахуй. И ты приходишь и такой, там... приходишь на Сирус, и тут у тебя открывается ОКЗС, даже обычка, она и то интереснее. Ну, понятно, как бы... Сами боссы, рутина, хуйня, все это трэш. Но, согласись, Вайш и Кель сделаны очень хорошо. То есть, ну, обычные версии. Ну, это обычка, они же, это классическая у них тактика. А тут на рисовках вообще по-другому, блядь. А когда Герц делали, последние рисовки, это уныние ебаное. Ну, БТ, да. Только один, только Акама нормальный, все. Не знаю, сколько они еще будут рожать еще трех боссов последних, блядь. Пускай это творят, хули. Это, походу, дело к Новому году, если так выйдет, это дай бог. Ну, чё, блядь. Понимаешь, если... Ну, там полгода ждали, блядь, почти полгода ждали фикс одного босса, блядь. 4 месяца, нахуй. Пускай хули делать, пускай делают. Орка, блядь. Ну, это Дизурон, конечно, там подставил всех, это понятно. Понимаешь, фишка в том, что... Если они сделали... Если они сделают БТ, то, значит, они будут и Санвелл делать. А Санвелл это уже, блядь... Мне нравится Санвелл. Потому что это вообще... Ну, Санвелл, я помню, да, там прикольный. Мой первый рейд. Он, да, он неплохой. Как бы, блядь. Там интересно, что репа какая появится, хуй пойми. Ну, вот то же самое. Они вот релики высрали. Репу уже люди, говорят, нафармили, а реликов до сих пор нету, блядь. А что за релики? Ну, блядь, в БТ там за репутацию, когда там проходишь в этот... большую комнату после Супремуса, и там сзади-то торговцы стоят. А-а-а. С обратной стороны.
За убийство, убийство, за убийство боссов дают репу. И он зафармит там. Мне как мне сказали, до Превознесения прям. Ну да. Там где-то 800-900 репу за босса дают. Я считаю, ну, кульминация будет это Иллидан, если он будет более-менее рабочий. И вот с него эти, как оно, легендарки пойдут. Через сколько он будет более-менее, ну, рабочий? Ну, думаю, блядь. Уже... Изначально он не будет рабочий, это 100 пудов. Не, ну да, да, как бы есть такая погрешность. Да хули, нам чё, у нас же, блядь, не какой-то официальный контент, это же все любительская хуйня. Ну это понятно, да. На чё надеяться? Единственное, что спасает ММО, блядь, игры, нахуй, это чисто общение людей, блядь. Если бы тут, нахуй, не общался, ну, смысл какой, нахуй, катать вот эту хуйню? Ну, то же самое, я в Сталкрафт побегал, там соло вообще делать не. Да и хай-контент тоже такой сомнительный. Тупо фарм, 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 блядь. Он, оказывается, Вайнич играл даже, да. СК. Ну, паладин, ты можешь помнишь. Вайнич. Ну, Вайни. Ну, ник знакомый. Который, я, по-моему. ДБМ тут будет. Да, 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 ДБМ от него. А где он играл? В гильдии? В белой, стае. А. Сейчас лоста, ну, убьем, я, короче, на минутку отойду быстренько. Ну, потом перетянул его в Асгарды, не только его, а сам ливнул, блядь. Ну как, я не ливал, я типа съебался, а потом меня кикнули. Угу. Асгарды сейчас что, номер один считаются? Номер раз, да. Да все, фрик-сквады там, я Милу забанили, блядь. Неху было пиздеть на форуме, блядь. Но он там такую поэму выдал, это, конечно, да. Но все по фактам, просто, блядь. Админы обижаются на правду тут. Не любят, когда ее озвучивают в лицо. Ну и как бы в прайме называть всех людей подпивасами, ну как всех, 90% игроков, прям так буквально написал. Типа, мы с этим расчетом и делаем контент, что у нас 90% подпивас. Это админы так говорят? Да, этот скрин слили на форум. Охуеть. И в том числе из-за этого его забанили. Сначала их там с прайма покикали в дискорде. Его там, Аляра, вроде еще кого-то, блядь. Ну там основных каких-то людей, которые там были. Страсти, интриги, расследования, блядь. Да, такое, блядь. Было раньше на циркуле, это так тут, блядь, детские шалости на. Это вижу на комитиков. Не, ну по факту, блядь, разрабы пидорасы, как ни крутимо. То они вот сейчас только читаешь форум. Форин это опять вернулась. Смотрю. Она как-то информацию активно там собирает, передает. А раньше такого не было нихуя. Вот чтобы дождаться ответа того же КМа, блядь. Не знаю, что должно произойти. Какого-то конструктивного ответа. Они так воды тебе налили и тему закрыли тут же, блядь, без возможности ответить. Ну, блядь, сам Синкай клялся на форуме, что, блядь, мы будем менять подход в плане того, что как взаимодействие с игроками, блядь, прислушаться к их мнению и так далее, более активно. Ну, хуй знает. Смотрю, там какие-то опять новые разрабы появились. Два сообщения на форуме за 4 месяца. Ну, тоже непонятно. Че из этого? Че, он будет станет этот мудила? Блять, уже и Геру можем уже
Так, я сейчас регну, и рек прими, я первую часть потанчу, пока ты там бегаешь. Угу. Да я быстренько сейчас. Сейчас, давай. Стал. Ага. Все, протонулся. Сейчас быстренько. И когда у вас тут вообще по каким дням РТ? Четверг, воскресенье, понедельник и вторник. А сколько? Один статик? Один. Проблемы с добором бывают во время РТ, что долго сидеть и ждете? Да, мы до 9. Ну, то есть это вот пару дней так бывает. Ну, летом в основном, да? Вот. Сейчас не знаю, вроде не должно быть. Бывает иногда, не хватает людей, и полчаса мы ждем и расходимся. А вообще во сколько сбор? 20:30. 20:30 и сколько? 3 часа? Да, 3 часа. Ну, это нормально. Думаю, можно будет с вами побегать чуть-чуть. Давай, будем рады. Надо тренировать эрекцию заново. А чем ты будешь? Кем ты бегать будешь? За 4 месяца уже немного отвык. Ты, я не знаю, пофиг. Вообще в идеале, конечно, престол. Ну да, там у тебя чисто ДД же. Да и хил есть. А хил какой? ДЦ? Ну, там... Вообще билд пвпшный, но это похуй. Он отличается одним талантом. А так ДЦ. Ну, я бегал какое-то время, у меня холик спек был, но потом я в ДЦ спекнулся, там, потому что в Салоке бегал. И так ДЦ я оставил. ДЦшник, это же что, однокнопочная тема, да, сейчас? Ну, всегда, в принципе. Ну, тут это полтора кнопочная, раз в минуту, две, блядь. Кукол поставить. А так то же самое, да. Спам щитков, только еще быстрее. Так, что надо нажимать, да? Уж и забыл. Ну, вдвоем нажмете, короче. Что там, 4 хватает? Да-да. Нет. Так, а куда я приехал? Ты надо вон туда. Так, подожди, мне через главные ворота надо заезжать или как? Что я, блядь, проебался? Фиги как получится. Через главные ворота. Потом запрыгнуть на крышу. Направо. Угу. А потом там посерединке не запулим мобу. Ну там сворот какие-то пошли. Это похуй, наверное, да? А нет, потом это выйдет. А может и нет. Вот они идут. Ну там типа на крышу прыгаешь, они по идее скидываются. Ну они просто прочухали, что мы здесь вот стоим. Ну они, да, они комбат словили общий. Они в любом случае на хилап сюда подбежали. Вроде как. Ну все, там нет больше мобов. Ну, активировали там этого пиздюка. Да. Ну, теперь ждем тут.
тут моб его пиздец. Надо. Отлично. Вперед. Все. Чисто шмот же одевал, да, в ретрике? Нет, зачем так? Бекнулся какой-какой. Я заслужил слава. Ой-ой-ой, шо так больно? А ты давно Войт скачал игру? Да вот, блядь, позавчера, что ли? Дня два назад. Пиздец, мы прям в одном порыве, нахуй. Я тоже последние два дня что-то форум форсил, так, досики смотрел. Ты-то шаришься в форуме, а я, блядь, мне Денис написал. Диси, говорит. А, он мне вообще смс-ку на телефон написал. Ебать, я думаю, кто это, нахуй? Ну, он Жмук мне пишет. С ним что-то недавно с Жмуком пиздели. Хотели попиздеть, но так и не попиздели, короче. Я уже забыл, что хотел у него спросить. Что-то про циркуль. Он говорит, где-то на Уфе на какой-то катаклизме играет, блядь. Я подумал, ну его нахуй. Блядь, катаклизм. Сирус Ван Лав, блядь. А чё там, кстати, про Кату говорят, это последнее будет? Блядь, хуйня. Я вообще хуй знает. Или дальше панда будет, блядь. Ебать, что дамажит. Что-то дамажит, да. Лужа это ебаная. А он их стакает, эти лужи? По-моему, нет. Просто кидает. Просто такая жесткая. Да, жесткая. Поехали. Друид мощный. Я тоже хочу таким сильным быть друидом, нахуй. В одно моложение кинул, нахуй, и все захилялось. Баланир, нахуй, всю хуйню. Ну, в рейде так не работает. Ну, понятно. Блин. У меня, понимаешь, у меня квест есть на 50 осколков с ЦЛК. На палку, нахуй. И у меня этот кристалл есть. Сука, мобы. С Джайна? Да. А, у тебя есть он? Есть, есть. Еще мне его еще пианист отдавал, блядь. В те времена далекие. Да, я помню. Типа, сейчас так же нельзя, сейчас же нужно это как-то по порядку там делать. Типа, не лутанешь, если у тебя квеста нету. Осколки, да, сначала золото. А мне, видишь, как свезло, я могу, блядь, лутать осколки и сразу палку там получу. Ой, посох какой-то, я первый раз его тут вижу, блядь. Распыл, нахуй. Не, хуй знает, это, знаешь, это чисто... Понятно, что ну, там сильно не будет отличаться от 303-й пухи, но все-таки за неимением лучшего, блядь. Да и с другой стороны, легендарку престижно собрать. Это будет какой-то доказательство. Да я сам, у меня у ШП он стоит прям до сих пор, он лучше... Пока с БТ не выйду пушки. Короче, надо мне этот... Как он называется? Ну... Только вы тут не сдохните, а то сейчас вы пойми, блядь. Где мне стоять лучше?
Вон там на входе. Так, а где вход? Вот здесь? Или... Да, вот на входе прям. Встань и туда, вправо, в поле, смотри. Все, в поле. Ну, только ты сильно ушел. Вот сюда. Они будут внутрь забегать. Вот тут. Угу. Короче, сторожить дом, нахуй. И типу с маной надо стан дать, который вперед бежит. А то он внутрь туда, блядь, зайдет и не выйдет. Ебать, так, что он... сложная тактика, нахуй. Дегенерат еще надо это подождать. Где он есть, блядь? Что-то пан кого-то там... Ты ведешь? Да, он трэш ведет. Ты на коне хоть едешь? А ты уже тут? О, блин, нахуй. Или это он просто на тебя бежит? Лови, лови, блядь. Так, ну это я дубовую отдал, ебать. Так, а как сдох хан, нахуй? Ты его обоссал. Он, походу, под клиф подошел. А, нет. Ой. Уж это я что-то развернул, не так? Это двое же, или что? Стрела тьмы, стрела... Ему две стрелы тьмы прилетело. Не щитанули, пацана. Так, на тебе лапку, хан. Че, сейчас еще пачка побежит? Ну вот сейчас она появится тут. С маной сейчас шкуре там надо будет. Какая? Вот у которой больше всего мана, вот это надо дать стан. Да. Че, мы два стана зарядили? Ну он там ход ждал, наверное. Все теперь через поле, да? Да. Ебать, глядишь, выучу этот инст. Потом реально... Хуй его тут учить инсты, вообще унылишь. Не, ну первое время было весело, блядь. Когда вайпались. Собирали от 200, от 290 плюс. А-а-а. Сейчас тогда попроще. Я помню вообще, нахуй, когда носи... ты еще тогда качался с этими, с кем, с триночками, со всеми вот этими. Я когда, блядь, вообще... А, мы с тобой пересеклись в РБК-то первый раз. А, ты что-то порофил там. Я помню, нахуй, то ли я Вара создал, же Вар первый был, подожди, ты... по-моему, Вар, да. Да чё, я порофлил, я помню, у тебя вторая ката была, а шмот какой-то там, то ли 240-й, то ли что-то такое, блядь. Я, короче, блядь... Я помню, когда 200-й тем-левел только в качестве... Прям это какой? 19-й год, наверное, был. 200-й тем-левел, я пошел в это РБК. А там же 205-й, надо ли 210-й, или какой хуй знает. И, короче, блядь, мы один РБК, один инс, нахуй, час проходили с пугами. А там такие же пугари, нахуй, 200-й, блядь. Дамага по два косаря, блядь. Ёбаный в рот. Так, тут это. Пизделовка. Где? Наверху. Где? Сюда, иди. Так. На, нахуй. Ёбаный. Что, спускать их туда или что? Или не надо? Тут хуярим. Я уже. Крин, Клем. Сейчас нахуй киком отлетишь, блядь, перед ластом, блядь. А чё он на тебя кричит-то, блядь? Сука. Вы чё, блядь? Да я не понял, он походу хотел там как-то запустить и не бить мобов. Я не знаю, первый раз это увижу вообще. Мне похуй. Сука.
Душара, блядь. Заебал, блядь. Меня бесят такие, нахуй. Надо его вниз, нахуй. Тогда будет полный разъебон, блядь. Давай ему диск кинем, блядь. Согласиться, нет? Хули он там со своим нежным голоском будет сидеть молчать. Я больше не нежный голосок, блядь. Представь, реально зайдет этот нежный голосок, блядь. Хули он в чате. Он уже в чате-то замолчал, блядь. Может, он нас в ЧС кинул всех троих, нахуй? Чё нахуй? Диски, ги. Блядь. А прикинь, если бы с нами Колом был, нахуй. Не знаю, мне кажется, морально бы убил его. Он бы сказал, слышь, голова рыбья, блядь. Мамке привет передавай, или чё он там обычно говорит. У тебя, говорит, ума, нахуй, мозгов, как у моей табуретки, нахуй. Сука. Жри орехи, нахуй, говорит. Чтоб мозги были. Мне больше нравится, когда он орёт, у вас мозгов на то, на это не хватает. Вы тупые, блять. Почему вы такие тупые, блять? Он еще говорил, это на профи вайпались, он говорит, как был прав, говорит, Гитлер, когда сжигал всех этих, всю эту чёрную мразь, говорит, блять. Еврей, я что-то такого не помню. Я помню такую хуйню. Ой, блядь, это жесть была. Ненавижу, говорит, больше всего тупых людей, говорит, нахуй. Ну, в этом я с ним солидарен, кстати. Да. А потом, знаешь, ну... С ним так посидеть... Ну, типа, если знаешь, что рейд пройдется стопудово, то как-то еще, ну, более-менее... А когда ходили на постоянной основе, он эрлил, ну, тяжело просто его, морально тяжело слушать. То есть, все равно... Не знаю, я наоборот, блядь, когда вступил, мне было, думаю, вот это мой эрл вообще мечты, блядь. Просто делает любой рейд, нахуй. Каким бы унылым он не был. Смотри, Хан, так, чем, исчез, три нахуй. Три прошли. Кикаем Ханта, да? Он просто испарился, блядь. Мне кто-то написал гол на Акаму. Не-не-не, идите нахуй. Какой Акама, блядь? А где глаз, нахуй? Я что-то не могу понять. А, вот он, ебаный, спрятался. Шоколадный глаз, нахуй. Так, где-то сдать надо, да? А, я еще монетку, по-моему, не лутал. Мне, по-моему, где, по-моему, дерево. А дал... почему я не могу этой шкуре квест сдать? А, вот. Вот это дерево, которое с нами было, он, по-моему, мне дал в обмен две фласки каменной крови, нахуй. У меня было 9 из 11. Жестко. Вообще. Ну чё, хуй знает. О, смотри, там что собирает. ЗС, ОКХМ на фул. Танк, хилы, РДД, нихуя. Кто это? А, это на Альянсе. Вы фул на Орде, да, блядь? Mm-hmm. А нахуй ты делал ордынца? Почему он ты ренегат? Ренегат. Нет, я не ренегат. У меня это Орда. У меня ренегат, только Рога остался. И Альянс ДКшник. Ну, Рога, нахуй, я им не умею, нахуй, играть. Надо учить ротации, нахуй. Чарить. Нихуя там нет. Чисто шмот голый. Ну чё, я думаю, завтра, нахуй, посмотрим, какой рейд соберется. Будет черный храм, так я посмотрю, хоть как вы проходите, блядь, хоть мне что-то интересное будет. Ну чё тогда? Можно, в принципе, блядь, а чё, я не знаю, порофлить, какой-нибудь обзор типа позырить? Или чё, или вы куда-то по делам пойдете? Я, в принципе, спать бы пошел. Алло, да. Блядь. Алло. Ты чё, на приколе, нахуй? Ты с кем сейчас разговаривал? С вами. А ты слышал, что тебе говорят? Нет. А почему? Вот только сейчас услышал.
Походу, у тебя интернет лагал. А, может быть, не знаю. Вот только сейчас. Потому что мы тебе говорим, а ты вообще какую-то на свою тему рассказываешь, сидишь историю, блядь. А что вы говорили? Тебе говорят, у тебя ты ренегат почему-то. Нет, у меня значок Орды. А ты сейчас где находишься? Ну, в этом, в Долоране, возле фонтана. Ага. Возле... Что-то пан сказал, что он ренегат. Возле Сируса. Ты же друиды делал ренегатом. Ну да, делал, но я потом же взял этот Орду, сделал ему. Для чего, правда, ты это сделал, блядь? Да потому что, нахуй, ты видел там, какие лабиринты, блядь, вот эта бухта? Какие тут лабиринты? Тут, блядь, телепорты есть, ты рофлишь? Да похуй. Телепорт по 5 серебра, ну. А, мне как? Вот я из-за чего сделал. Мне же сказали, что, типа, этот, нельзя режим войны отключить, вот, типа, на фракции можно отключить. Блядь, тут полтора пвпшера бегает на весь сервер, нахуй. Правда, пока я сейчас сидел на присте... АФК вот тут в центральном зале, где этот, блядь, Велес. Какие типы забежали, всех отпиздили. Этот, блядь. Ну, на самом деле, тут, я говорю, тут World PvP, тут вообще похуй, тут тебя никто не тронет. Ну, если только на Толгороде. А так ты, блядь, на маунте взлетел, завис в воздухе и все. Похуй, ну а что поделать, все уже сделал. Не, ну просто ренегат удобная штука, как бы, блядь. Ну, у меня один ренегат Рога остался. Вот, собирают сейчас, блядь, на Альянсе рейд, а как тут ты туда попадешь? Да похуй. Нет, никак, ничего. Блядь. Мне вон из гильдии надо попасть. Тут же, блядь, ЕП, блядь. Ну, с ГС-ки-то все равно ЕП от тебя не светит. Мы в ЗС-ку-то не ходим, РТ-шка. А, в ЗС-ку не ходите? Ну, в ЗС-ку не ходите? Ну, это наши пугарейды собирают, так сказать, ребята, на... Ну, льду ходите. А что, пул проносит ЗС-ку? Конечно, конечно. Нормально. Не, ну после стальки фиксов это чё ж не проносить-то, блядь. Не, ну так-то если ЗС ХМ собирается с пугами, это нормально, это весело. Там на слепце порофлить, да? На эту, блядь. Я уже забыл, да, нахуй. Чё там? Там на танка вообще какая тактика? Где-то есть сложности, нет? Ну ты чё, забыл? Ты танчил, блядь. Да уже нахуй забыл, блядь. Там меняться надо, отворачивать от рейда, блядь. Переходить через него, когда он форму меняет. Ну, что-то такое смутно припоминаю. Надо будет свои же видосы посмотреть, нахуй. Прикинь, блядь. Ну, самый рофильный это там слепец, да. Ну, его вроде как... Там вроде еще что-то резали, по-моему, какую-то хуйню. Или сейчас просто его так убивают, что он даже не успевает на фазу четко становится, 100 раги набрать. Да. Не, просто смотрю, что... То, что, блядь, какой быстрый бой, буквально 2 минуты, блядь, 3. Все вообще там разрывают. Остальное это хуйня, по-моему, да? Ну как хуйня, блядь. Марагрим так-то, блядь, проебываться нельзя. Если на слепце кто-то может сдохнуть, там 1, 2, 3, блядь. Просто на Марагриме обычно хилы отлетают нахуй. Либо топовые ДДшники по агру. Ну, хилы отлетают, потому что они тупые, блядь. Стоят не там, где надо. А так, блядь. Ну, вайша хуйня, на самом деле. Ну, я помню, ну, какая-то унылая хуйня там происходит, нахуй. Как-то вводят. Сейчас как ее убивают, вайшу? Просто, как элемы выходят, все разворачиваются и сразу их пиздят, правильно же? Ну, да. Ну, как и, блядь, год назад. Понятно, ничего не поменялось особо. А ветерки поменяли, блядь, то, что их не видно? В смысле, фикс. Как-то улетают вроде. Я когда выбегаю, выношу там этот добавки, их видно? Ну, я имею в виду, там же есть момент, помнишь, когда ты камеры крутишь, они пропадают. Блядь. Есть такое, такое было. А, недавно, ну, значит, да. Значит, не пофиксили нихуя. Понятно. Чё, Войт, собирается ЛК на ХМ? Да ты угораешь, блядь. Его нахуй. Чё? А чё? Ты же сказал, тише им нужен. Вот. Собираем, мы будем с тобой ходить. Да надо выспаться, блядь. А ты завтра идёшь на работу? Завтра, да, ещё денёк отработать. Хуёво. Там... Так, ну чё у нас? Ну вот тут написано, чё, РТ на 8.30 получается. Там посмотрим, чё соберётся. Ну, если не соберется, наверное, можно куда-то будет пойти.
Вот. Жалко, у льды не было в четверг. А у тебя сколько сейчас время уже? 12 часов, блядь? Ой, 10? 10:30. Бля, ну сейчас самый пик, когда собирать. Угу. Чё, прям спать так хочешь? Ну, да, блядь, перед сменой хуёво спал, и это самое. Надо выспаться. Завтра еще хорошо, что день такой спокойный, это воскресенье, блядь, людей нету. Чё, я не знаю, блядь, тогда пойти на Акаму порофлить, нахуй. Чё, зовут? А кто зовут, блядь. Пуги или кто? Да вот, меня тут в гильдию закинули, этого персонажа, блядь, Dark Fantasy. Которая бывшая Deep Dark Fantasy. Я видел, на них там репорт кинули на форуме, мол, типа, это, блядь, пропаганда гачи, нахуй. Чё там, блядь? Сука, терпилый, блядь, комнатный, нахуй. Шустко. В этом плане просто Сирус — это, блядь, самая ублюдочная помойка. Тут, блядь, все друг на друга жалуются, блядь. Технонытики сидит, блядь. Вот как этот Хант, блядь. Который с нами был. Счастливого пути. Хули, я ебу, что он там делает, нахуй. Я вообще этого ни разу не видел. То, что там что-то поднимается, он активирует потом, блядь. А что там, мобы пропадают или что? Хуй его знает. Да я особо тоже не парюсь из-за этого. Ну, да, там просто начал ебать. Пуляются раньше, чем не по сценарию, не так долго все это вот. А. Ну, я этого до этого вообще этим никто не пользовался. Я не знаю, когда это нашли, но когда я последний раз в мае играл, этого не было. Так что я хуй знает. Ладно, короче, до завтра посмотрим, что завтра соберется. Давай, отдыхай. Прям.